Так, сегодня я расскажу, как сделать неон после последней работы. Задались эти вопросы 4 человека, каждому, чтобы не объяснять, я спешу видео урок. Это, по-моему, легче. Как вам показалось, неон очень реалистично выглядит на моей последней работе. Вот. Сразу скажу то, что это не отблик какой-то, это я случайно назову так. То есть спереди мне не нравится, сбоку более-менее нормально. Сразу пояснение дам. Вот эта вот некая зернистость, это эффект от режима наложения. Вот. Ну и, собственно, сама машина очень с большими косяками. Колеса огромные, это просто так и сделал. Вот так. Собственно, сабжи. Ты что, дурак, что ли? Windows, ты пьяный, иди домой. Так, запускаем наш Proto Scope. Кстати, исходник. Вот это вот кава. Вот идет эта машинка. Делать было нечего, еще, так сказать, отреставрировать. Так. Вот это я сегодня буду на этой попробую не успеть. Шок тебе. Немножко притормаживает, конечно. Не знаю, почему я сейчас в первый раз скачал Констасию. Ничего там не углублялся в настройки. Ничего. В общем. Значит, что мы у нас делаем? Да, для того, чтобы неон получился более реалистично, это нам надо осветлить полосочку такую. Для этого на всякий случай дублируем на картинку сочетанием клавиш Ctrl-J. Так, вот осветлитель. Ну и осветляем, собственно, осветлять надо не от колеса до колеса, а где-то, наверное, сейчас покажу, где-то, наверное, вот так вот надо осветлить. Сейчас поймете, почему. Вот. Или лучше. Лучше, наверное. А, нет, правильно. Извините. Меньше кисть. Делаем тык. Зажимаем Shift. Делаем второй тык. То есть у нас получилась полосочка. Делаем тык. Делаем. Зажимаем Shift. Делаем еще тык. И вот так немножко здесь вот осветлим так вот. Он на этой машине примерно неудачный, потому что у него слишком сильная тень под ней. Ну, ладно. Попробуем, ладно. Ставим новый слой. Кисточку берем. И поправим цвет. Допустим, вот какой-нибудь яркий, такой салатовый. Наберу. Так вот. Рисую полосочку. И меняем режим наложения.
Самое оптимальное это перекрытие. Вот. Если у вас не срабатывает, то можно попробовать что-то другое. Но опять же, в нашем случае перекрытие самый оптимальный вариант. Но, как вы видите, на этом примере это плохо сказалось. Поэтому давайте попробуем, наверное, на этой восьмерке. Да что ты, блин? Да что ты издеваешься, что ли? Что здесь? Вот. Так, тут вроде бы. Да. Так, сейчас я всю красоту отключу. Ой. Блин, тормозить что-то вообще ужас. Ну чё? Да. Так, сейчас я разъясню, что у меня тут. Нижние слои. Там идут. Это вот у меня тень. Откручиваю на время. Вот без нее, как вы видите, вообще плохо. Поэтому сначала мне главное нарисовать тень. Какую-никакую тень. Даже. Здесь я сейчас подотру немножко. Вот так. Вот. Дальше. Йон. Йон. Вот он, да. Вот у меня тут стоит перекрытие. Отключим. Видите, я не отключу. Так, видите, здесь также воспользовался инструментом осветлитель. Осветлил область под машиной, под боком машины и под бампером тоже осветлил. И наложил обычной кистью, наложил, нарисовал. Ну, сейчас еще раз даже нарисую. Сделал так. Вот так. Поставил режим смешивания перекрытия. Немножко трансформировал. Блин, что ж тут тормозит. Вот. Как-то так вот немножко сделал. Потом сделал еще один слой. Кистью с большим радиусом. Нарисовал такое вот пятно, изменил непрозрачность, также перекрытие, ну, чтобы был некий отцвет от самого моды. И потер. Ну и так далее. Блин. Если я буду дальше писать уроки, надо разобраться немножко. Так. Ключевое. Ключевое с выстраиванием. Вот у меня план. Вот. Тут у меня какая-то безобразие на верхних колесах. Это, ну, понятное дело, это как бы отсвет от него на мою покрышку. Здесь и здесь.
Ну, он у меня немножко безобразно смотрится, но это за счет того, то, что выключена тень. Если включить, как видите, это перекрывается частично, остальная часть перекрывается вот этим вот эффектом. Тут немножко я усилил, даже можно сделать вот так немножко. Так, тут как бы, ну, все продумано так. Ничего безобразного нет. Этот цвет также, так сказать, капнул капелькой так вот кисти на покрышке, и опять же режим наложения перекрытия. Вот этот вот эффект. Это обычная заливка. Вот она здесь. Цвет. Вот такой вот цвет. Какой-то красно-оранжево-коричневый, какой-то непонятный цвет. Залил, снизу подтер и все. Вот. В общем-то, так вот. Как-то я и делал дело. А, вот он, блин, это как раз не тот был. Но. Ну, слайд тут запутать тоже можно. Вот. Вот, угу. Да, вот. Сейчас включим, посмотрим. Без этого эффекта. Ну, как видите. Без эффекта. Такая штука. Ну, то есть несколько этапов. Этап первый — осветление. Место подняло. Вот эту часть. Второй этап — наложение самого цвета кистью. Третий этап — отцвет. Здесь на колесах, на покрышках. Четвертый этап — меняете режим наложения на перекрытие. Ну, перекрытие самый оптимальный. Ну, в вашем случае может быть много всего разности всяких, поэтому экспериментируйте. Ну, пятый шаг — это уже дополнительно, типа вот здесь вот небольшой просвет. Да, знаю, уроки я давно не записывал. Это к года 3, наверное, уже. Ну, не было желания. И требований не было таких. Итак, если кому нужны уроки, пишите лучше. Делайте заказы, так сказать. Может быть, запишу, если время будет. Ладно, чё, заигрался. Ну, а Дима ВКонтакте, если чё, вот он. И тут у нас уже это. Ну, если надо кого. Так что, если чё, пишите. Возможно, даже потом я настрою нормальную конструкцию. И будет и тормозов жестких. У меня еще даже хром. Там не жестко вообще. Windows, иди ты домой, блин. А еще не сохранить. Да, конечно. Ну, все, ништяк.
Хром живет 25%, но только тормозит пару. А, ну вот, тот самый избавился, что. В общем, вот. Какая-то херня получается. Да, здесь, конечно, очень неудачный пример. Ну, я просто с первого раза без тренировок. Ну, если еще будут заказы, я уже потренируюсь, чтобы не тянуть ваше время. И все. Вот, конечно, тормозит жестко. Ладно. Констасия, это ваша. Мне, кстати, посоветовали. Я. Че? Ну, конечно. Бегу. Ебану. Так. Что-то еще хотел сказать-то. А, да. Также вот можно было бы на этом примере попробовать. Ну да, вот идеально. Я даже сейчас попробую, кстати. Ну, кто понял суть, может дальше смотреть. Интересно, сколько я этот урок потом заливать буду, сколько будет вывести. Также поэтапно, как я вам и говорил, осветлитель. Даже под колеса можно начать. По крышке, да, вот сейчас экспозицию повысим. Чик. И последний. Чик. Ставим новый слой. Большая какая-то кисточка. Делаем так. Так. Вот так. Такую ляпинку. Меняем режим положения на перекрытие. Оп. Да. Ой. А если сделать, ну, допустим. А, еще можно, знаете, как сделать. На квадрат пойти. Сделайте такой квадрат. Трансформируйте его, не знаете, ну, как бы загоняете его в машину. Как-то ориентировочно. Здесь и порог. Чик. Я не помню, ну, искажение там. Ага, искажение. Вот так. Вот так. Так. И вот так. Вот так вот. Чуть пониже. Угу, так он. Фильтр. Возьмите по глазу. И гаусу. Не знаю, как правильно. Гаусу и глазу. Гаусу. Вот так это. Интересно. Опять же. Перекрытие. Чик. Повыше поднесла. Ну, это то есть, как бы, этот отсвет сам нам кажется большой. Вот ластиком потерять немножко.
Так, наверное, даже. Чик, чик. Ну и такие же методы впереди тоже делаются. А хотя можно даже делать вот так, наверное. Лассо. На новом слое. Так вот, делаем. Убираем. Потому что надо сначала все-таки осветлить область большого. Блин, тени жалко на цену. Геморройно не осветлеется. Тоже размываем. Ctrl-F. Это гаечка клавиша, типа то, что какое действие вы сделали, допустим, вот, ну, размытие движения, допустим, если вы сделали это. Ну, нажимаете Ctrl-F, и у вас на новом слое будет то же самое, то, что вы и вот эта кирпичка. Ну, вот так вот делаем дальше. Опять же, перекрытие. Пластик. Вот это факт. Типа. Блин, типа. Скотина. Так, вот что? Просто сцена слишком яркая. Ну, еще там можно поменять. Дура ты, блин. А, блин. Ну, это уже не то. В общем, такая хренулька. Если что, короче, надо будет еще просить. Чем смогу, помогу. Всем пока.